Доброго утра. С вами я, Мадина Алиева, рубрика «Утро в форме». Ну что, начнем с вами вместе со мною следить за своим здоровьем. Конечно же, стараемся правильно питаться. Ну а самое основное – это всегда быть в форме, чтобы ваши мышцы были в тонусе. Ну что, поехали, начнем с разминки, а потом перейдем с вами к основной силовой тренировке. Начнем с вами мы немножко такую сегодня. Можно под музыку сделать с вами разминку. Можно также в прыжке. Отлично. По два захлёста. Не забываем контролировать свое дыхание. Отлично. На месте. Восстанавливаем дыхание. Делаем глубокий вдох, выдох и вдох, выдох. Отлично. Ну что, перейдем к основной силовой тренировке. Сегодня я хочу вам провести такую тренировку. Мы немного с вами задействуем вверх, руки прокачаем, потом немного низ и пресс. Ну что, поехали. Вот такой вот суперспандер. У кого дома он есть в наличии. Становимся. Одна нога фиксирует его, вторую мы отступаем назад. И делаем 3 подхода, 20 счет. Также в сторону. Три подхода, 20 счет. Можно взять пошире, зафиксировать ногами и также проработать спину. Отлично. Тоже можно 3 подхода, 20-25 повторений сделать. Затем одну мы кидаем, заводим за спину и прорабатываем с вами делаем 3 подхода по 30 повторений. Следующее, с чем я хочу вас познакомить, а может кто-то уже и знаком, это петли TRX. Вот. На самом деле это очень супер классная вещь. Я знаю, что у многих дома они есть, но некоторые забывают про них, закидывают, они у них пылятся. Вот. Или просто висят, установленные на дверях. Смотрите, можно сначала также проработать вверх, зафиксировавшись. Отлично. Делаем 3 подхода по 20-25 повторений. Теперь смотрите. На них очень классно делать статические упражнения. Это как планки. Здесь есть такие фиксаторы, они регулируются. Вот, отрегулировали. Несколько сантиметров от пола. Садимся на колени. Фиксируем одну ногу, затем фиксируем вторую ножку. Вот. Для новичков я советую делать планку сначала на вытянутых. Стоим.
аккуратно опускаем ножки. Потянули спинку. Можно взять секундомер, чтобы спокойно сосредоточиться на дыхании. У некоторых просто не получается вести счет и правильно дышать. Вот. Засекаем первоначально 15-20 секунд. Затем, конечно, постепенно от 20 до 30, с 30 до 40. Кто-то может уже и минуту держать. Потом постепенно начинаем с предплеч. Точно так же. И стараемся, когда мы выходим в исходное положение, вот так не ложиться, чтобы вы не растянули поясничный отдел и мышцы живота. Поэтому все у вас должно быть плавно. Вот вы встали в планку, постояли, аккуратно на коленки поставили и пришли в исходное положение. Допустим, пару тренировок, пройдя начальный этап, вы можете уже потом усложнять. Встали в планку. Можно прибавлять счет 10-15 повторений, делать разводку ног. Затем точно так же с предплеч. Но, конечно, если вы уже, в принципе, работали на петлях TRX, и эти упражнения хорошо вам поддаются, вы можете их усовершенствовать и сделать более сложными, прорабатывая очень хорошо, чем я люблю петли TRX и почему я часто их применяю сама в тренировках, так как работают все группы мышц одновременно. В принципе, у вас задействовано все тело. Задержаться и подержать статики. Отлично. Вот, также можно сделать три подхода по, если вы начально, на начальном этапе, 10-15 повторений. Вот, на этом я свою тренировку с вами заканчиваю. Никогда не ленитесь держать себя в форме, не ищите себе отговорки, оправданий, потому что кто хочет, тот всегда находит время. Главное было бы желание и стремление. Будьте в форме, всем продуктивного дня, хорошего настроения. С вами была Мадина Алиева. Пока-пока.